Скотовском округе в результате сильных дождей были повреждены сооружения. На улице Андреевская, села Многоудобная, более 200 жителей без электроэнергии, а на улице Зальпе свыше 250 человек без подачи воды. Сейчас службы устраняют последствия ливней. Когда мы сделаем водовод там? В чем проблема? Уже запустили, уже они по временной схеме, уже вода есть в кранах. Сейчас они купят пакетники новые, поехали. А сегодня будет. На сегодняшний день основной поток воды сошел. Губернатор Приморья посетил пострадавшую территорию и пообщался с местными жителями. Есть вопросы, связанные с где-то в домах нет электричества многоквартирных, идет подключение воды. Вот, ну, будет установлен здесь многоудобным дизель-генератор на многоквартирных домах. И после того, как схода воды с полей установят, уже непосредственно поднимут опоры и электричество дадут по временной схеме. Также в столице Приморского края после сильных дождей пострадали 8 подпорных стен. Посмотрели стенки обрушенные, которые есть. Договорились о том, что должны предоставить в понедельник приблизительные расчеты. Вот, подбор организации. Город проведет все необходимые мероприятия, связанные с выбором подрядчика, с определением сроков, объемов работ, с тем, чтобы незамедлительно приступить к их восстановлению. Напомним, в Приморье с 25 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Губернатор края Олег Кожемяка лично координирует ход восстановительных работ на местах. В крае задействованы все имеющиеся силы и средства. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.